Молодежный центр вновь стал полем битвы умов. В этот раз в интеллектуальной схватке сражаются команды школ номер 1, 3 и 8, гимназии номер 2, 5, 6 и 7 и 4 лицея. Победа за теми, кто внимателен на уроках истории. Тема игры – Великая Отечественная война. Самые интересные вопросы – это будут еще вопросы о битвах Великой Отечественной войны. Это будет и битва за Москву, и о полководцах, которые защищали Москву, в том числе о Белобородове, который стоял здесь, на границах нашего городского округа, и внес немалый вклад в победу под Москвой. Хотя тема игры историческая, ее правила более чем современные, как в киберспорте. Команда, проигравшая в раунде, не отсеивается, а опускается на ступень ниже. Она может продолжить игру и даже победить при удачном раскладе и наличии необходимых знаний. Практика показала, их ребятам не мешает подтянуть. Я, наверное, бы больше повторила различных командиров и даты. А так, есть такие вопросы, которые, вот, например, про меч, который подарили советской армии после Сталинградской битвы. Это, конечно, было неожиданно. Игра, на мой взгляд, была очень интересная, надеюсь, на какое-то место. У нас очень, опять же, сплоченный коллектив, и я считаю, что вместе мы сможем чего-то добиться и одержать какую-то победу. В итоге победу в битве умов одержала команда 8-й школы. Ребята из 5-й гимназии на втором месте. Гимназия номер 2 завоевала почетную бронзу. Тройке лидеров достались почетные грамоты и подарки от администрации Красногорска.